Привет всем! Меня немножко заинтриговало то, что вы говорите про то, что есть наверху, да, что наверху есть острова летающие, что есть там офигенный мир. И хотя там вроде бы невысоко, но тем не менее там что-то есть большое, да. Я сейчас хочу отправиться и на свое удивление, сам придумал такое недавно, хочу сделать поселение вот на этом дереве. Что получится, не знаю. Ну, поселение, не поселение, потому что люди-то там все равно не будут жить. Они будут у меня жить прямо в моем мире. Но я думаю, что туда пройти, в принципе, можно, да? Попробовать там построиться. Так, для начала нам нужно две двери сделать. Две двери, чтобы нельзя было проходить по... Так, где у меня есть верстачок? Две дверки сделаем сразу. А потом все остальное приложится потом там. Я думаю, что можно будет там сделать. Ладно, я иду ночью, ничего страшного. Я, в принципе, не боюсь ничего, потому что я мастер... Мастер страха. Вот этот парень, почему он находится на улице? Почему он все время гуляет где-то там? Пока зомби не пришли, я еще готов. Так, найдем сейчас это дерево и сразу же поставим там деревья, чтобы нас никто не смущал. Чтобы там было спокойно и чисто, без проблем. О, зомби идут. Зомби! Давай быстрее, дверь. Дверь вот тут вот. Еще одна дверь. Вот, все, я сделал дверь. Отлично. Они долбятся, блин. Я буду пробивать дверь вверху. Вот это вот я буду проделывать сейчас. Они не пробьются, надеюсь, да? Вот эти парни, ребята. Потому что мне было бы не очень приятно, конечно, если бы они сюда прорвались ко мне. Вот здесь делаем свет сразу же. И будем продолжать пробовать строительство. Прямо вот тут вот это самое поселение. Прямо в дупле вот тут вот. А, в дупле, говорю, в этом внутри. Сделаем дупло, прорвем вот это все. Так. Нам нужно сделать, будет еще платформочки немножко, да? Для того, чтобы можно было перемещаться. О, так вот. Вот и там потихонечку вверху я сделаю этажи. И по бокам, может быть, я буду делать комнаты. Я буду делать их, конечно, из дерева. И было бы лучше, было бы приятнее, если бы можно это все было делать из листьев, да, вот из этих. Но я боюсь, что это невозможно. Хотя, кто его знает. Можно же, наверное, собирать листья, а? Как вы думаете? Я сделаю повышенные. О, вот тут маленький вообще проход. Блин, вот тут маленькое дерево. Надо, короче, его расширять, вот тут будет. Мне тут не пройти будет просто. Просто не пройти. Пробить. Вот тут он к щели не пройти будет. Надо будет как-то вот тут вот сделать так, чтобы это дерево было шире. Знаете, как я это сделаю сейчас? Я это буду просто дерево буду расширять. Вот и все. Расширять. Вот так вот. Листву вот эту убираем. Жаль, что ее нельзя собрать. Было бы лучше, чтобы я ее собрал, конечно, потому что из листвы строить потом было бы намного приятнее. Так, а это дерево только так придется делать, да? То есть я не могу иначе. Только таким способом я могу расширять строительство своего будущего здесь поселения. Так, мне здесь нужен будет, явно нужен будет верстак. Я думаю, что я где-нибудь на балкончике его сделаю, что ли. А балкончик надо еще будет приделать, что-нибудь придумать. Вот поселение на дереве, блин, темно тут. А у меня нету с собой никаких специального освещения, которое было бы виднее. Нет? Нет, ничего. Ну ладно. С этой стороны, ладно, пока не летают эти, они не могут сюда лететь, вот эти глаза. Демонические глаза, так что не страшно. А здесь я думаю, вот снаружи, я думаю, из веревки сделаю, из лианы. Проход сюда, на, вот, допустим, на этот этаж или там, что там,
будет у нас. Так. Посветлее сделаем. А дальше будет у нас просто тут балкончик или что-то типа того, чтобы найти уже, дойти уже до самого верха этого дерева. Так, вот тут вот будет такой вот типа балкончика. И здесь, наверное, вот это будет первая комната такая. Я и поставлю верстачок. Такая она тут будет, чтобы тут никто не мог залезть. Такое строительство устроим здесь. Так, это не то я сделал. Чуть-чуть. Немножко убрать. Так. На все про все. У нас есть время. Все, вот здесь мы законопатились. Отлично. Так, здесь нужно поставить еще будет верстак, чтобы сделать внутреннюю стенку. Она тоже будет у нас деревянная, думается мне. И будет стоящий дом на дереве. Конечно, естественное дерево, вот которое вот это вот образовалось, мы его сделать никак не сможем, естественно. А вот из материала, я думаю, что это все сделать возможно. Так, еще надо платформ. Сегодня у нас строительный день опять. Будем строиться сегодня здесь. Вот так вот, чтобы не упасть далеко. Так, следующее. Что нам надо? Вот так вот нам надо. Потом делать вот здесь вот. Отлично. И здесь сейчас я просто сделаю эти самые платформы деревянные. Стенки. Они мне сейчас очень нужны будут. Так. 4, 4. Вот тут она у нас находится. Вот. Она не совсем, конечно, получилась такая естественная здесь. Но тем не менее, как бы неестественно ни было, все равно... Дом на дереве у нас будет офигенный, большой и идет вверх. Да, оттуда до небес уже будет ближе, да, на самом деле. Так что небеса уже к нам рядом и будут благосклонны, если мы сделаем где-то здесь, наверное, вот типа такого какого-то поселения, что ли. Поселение на дереве. Так. С этой стороны, в принципе, наверное, уже все. Ну, я, конечно, туда должен добраться как-то наверх. Надо вот пока вот здесь поставлю. Так. И плюс еще. Красоту наведу. Окончательно уже, чтобы... Блин, кончилось. Так, есть еще? Должно быть. 4 хватит, думаю. Или нет? А, еще одну надо. Стенки не все. Еще одну стенку надо. Стенка на стенку. Все. Так. Вот уже утреет, но у нас сегодня строительство. Суперское строительство, я надеюсь. Так. Вот эту вот платформу тоже мне тут будет не нужна. Крона деревьев. Можно будет прямо в кроне деревьев сделать еще одну комнату, да? Смотреться будет неплохо тоже, мне кажется. Так, вот здесь надо будет как-то закрыть тоже это все. Так, закрыл и осветить, конечно же. Зря, что я вот эти вот деревья собирать не могу, то есть вот эти листья, а то было бы прикольно так. С этими листками. Так. Продолжаем строительство. Наше чудо строительство нашего дома. Что из этого выйдет, я не знаю, но пока все хорошо. Здесь можно просто чисто одну большую такую комнату сделать, да? Сейчас посмотрим,
что из этого все выйдет вообще. Одна большая комната. Все, кончилось опять. Много тратится на стены дерева, тем не менее. Наше супер дерево будет офигенное, прям под кроной деревьев, а там наверху я еще сделаю какой-нибудь бар, да? Точно! Блин, я думал, это будет у меня не просто поселение на дереве, это будет у меня бар на дереве. Блин, классная идея, кстати. Бар на дереве называется вот это вот поселение. Офигенно я придумал только что. Бар на дереве. И там вот эти вот все барные стойки, там вся вот эта фигня, которую я видел, что можно делать при помощи лесопилки, которая у меня находится, естественно, дома. Можно будет наделать вот эти все приспособы. Деревьев просто побольше поднабрать. Так, ну вот тройной, я так буду делать тройной. А, тут побольше, да, в кроне. В кроне прямо можно сделать вот этот бар. Он будет у меня просто тут, мне кажется. О, класс вообще. Задумка, мне кажется, вообще неплохая. И будет так, так и будет называться. Бар на дереве. Тоже из дерева буду все делать. А можно сделать... Можно же, наверное, как-то сделать какую-то из листвы, из какой-нибудь стены. Будет неплохо, мне кажется, смотреться. Вот тут прямо в баре, когда я сделаю. Из какой-то особой листвы. Так, сейчас я посмотрю, как тут лучше сделать этот бар. Вот так вот, да? Фонарей тут понавешать в этом баре. Будет неплохо. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это, что будет неплохо. Так, просто идет работа сейчас. Грандиозная у нас. Блин, классно я придумал, мне кажется. Надеюсь, по крайней мере. И можно будет еще балкончик сделать наверху. А можно и без балкона, в принципе. Чего, ну так неплохо. Барчик такой. Надо будет дома посмотреть сейчас, из какого материала можно сделать это все. Я имею в виду стены. Стены сделать из какого материала будет удобней. Здесь так вот пускай это будет, да? Красиво? Ну, пока еще не очень. Я надеюсь, что все будет нормально. Так, из какого материала будем делать стены? Сейчас я просто схожу домой, посмотрю. Потом еще второй этаж такой, тоже комната для бармена буду делать. Посмотрим. Так. Пока идет день, можно сходить домой. Сходим. Ой, нарвался опять на этих нехороших существ. Слизней. О-хо-хо-хо-хо. Так. Идем домой, к лесопилке. Так, 70... леса, я не знаю, хватит мне, нет, 70 леса на все про все. Но я попробую сейчас закончить на лесопилке, сделать все, и барную стойку, там и бар, что там еще можно делать. Сразу сделаем это все. Так, вот она все, да. Барная стойка, еще не одну можно сделать. Две. Барный стул. Побольше. Барный стол, это барный стол. Барный стол. Блин, мало у меня дерева. Скамейка.
Как все мало, 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 мало огня. Оружейная стойка, рамка для предметов. Рамку для предметов, в принципе, можно сделать будет. Надо, короче, больше дерева набирать, чтобы доделать уже все до конца. Там белочка он ходит. И потом надо еще будет закончить у нас с нашим этим. Так, фонарики еще надо было сделать какие-то. Для этого нам нужно будет сейчас все-таки, наверное, железо с собой взять. Или что у нас? Какой материал у нас имеется? Так, олово. Может быть, все-таки из олова? Потому что железо я буду использовать для какого-то стекло. Стеклянная стена для открытого окна. Вот для чего у нас стеклянная стена. Так. Кроме этого, возьмем, наверное... все-таки олово возьмем, да? Серебро брать не будем. Может быть, из олова, может быть, что-нибудь можно будет заварганить для бара. Сейчас посмотрим. Так. Что можно сделать для бара еще? Надо будет дерево набрать. Кстати, да, пока не забыл. Часики из инвентаря можно убрать. И положить пока сюда. Вот, он вместе с радаром, они просто пускай лежат здесь, а сюда можно будет что-нибудь новое, ваша подсказочка правильная. Что-нибудь новое, вот, люстру такую вот зафигачим. Может и не одну, да? А, одну, потому что у меня нету этой железных стоек больше. Так, что у нас тут еще можно сделать? В принципе, наверное, пока ничего больше, потому что надо все-таки набирать побольше дерева. Дерева надо больше, это точно. Ладно, пойдем. Пойдем к нашему бару. Двери закрывай за собой, а то мало ли кто из мутантов может сюда прийти. Сколько времени? 11 часов утра. Ну, в принципе, можно сейчас еще успеть все наделать. О-ху. Да, бар на дереве. Классная штука придуманная, а? Давно же хотел делать бар, и вот бар на дереве, это будет классное дело. Так, и сразу же садим деревья. Потому что деревья нам нужны будут всегда. Я думаю, пока день, можно походить. Пособирать эти деревья. Потому что ночью потом будут зомби мешать и напрягать. Так, дерево побольше набрать. Около 100 деревьев сейчас наберем, и будет нормально. Сходим обратно на лепесопилку, может быть, что-нибудь можно еще приготовить будет. Надо будет еще материалов каких-нибудь набрать, чтобы была возможность. Так, 100 есть. 100 есть, как раз 100. Ну нет, побольше. Вернемся домой. Пока я далеко не ушел от дома. Почему он ходит по улице? Я не знаю. Вот этот парень, который бабахает. Шутки какие-то говорит. Динамитчик. Вот как этот парень называется. Так. Ну, все, у меня дерево есть. Может, еще что-нибудь можно взять с собой? Стекло, допустим. Ну-ка. 10 секунду. Из этого ничего. Кстати, надо денежки спрятать. У меня уже опять золотой, я имею возможность получить. 20-й. 20 золотых монеток. Классно. Все просто супер. Так. Еще одну серебряную сделал. Ну вот, все. Пока дома не буду этим всем заниматься. Сейчас возьму с собой какой-нибудь инструмент дополнительный, чтобы можно было еще что-нибудь поделать. Да, вот, допустим, стекло тоже. Так, лед, конечно, нужен в баре, да и без льда, это вообще какой-то непонятно что. Пускай будет у нас лед. Так, это что у нас, красный лед? Красный лед имеется. Можно и красный лед взять для бара. Посмотрим, короче. Ладно, пошли к нашему. Так, что тут можно еще сделать? Конечно же, надо сделать кек. Используй для элеварения. Конечно же, в баре без кега просто глупо. Так, скамеечка одна, давай две сделаем. Две скамеечки. Фух.
Бочку могу еще сделать? Нет, наверное, все-таки для бочки нужно железо. Не помню, как делается бочка еще. Так, подожди, а как? Посмотрите, какие инструменты. Вот. Вот это все я могу сделать, да? Больше ничего. Ладно, посмотрим. Может быть, где-нибудь еще в ткацком. Может быть, тут что-нибудь можно сделать, а? А? Да, вроде бы ничего нельзя сделать. Да. Так, а наверху у нас печка находится, да? Еще и наковальня тут есть. Может, наковальне можно еще что-нибудь приготовить? Нет, как бы только инструмент самый, что ни на есть, необходимый. Ничего больше. Ладно. О, стеклянная эта чашка. Во, вот что надо было сделать, я забыл. Бокал. Это же пивная кружка. Это же самые ценные вещи, которые там можно в баре иметь. И как без этого, я вообще не знаю. Что-то как-то не подумал, что это тоже нужно будет очень нужно. Ведь это же бар, само собой. Так, бар. Больше нет никаких тут интересных вещей. Ладно, пойдем дальше. Пойдем. Пока идет еще день, разместим все в нашем супербаре. О, уже деревья выросли. Смотри, как быстро. Так, отлично. Вот и вход на дерево. Блин, я хотел посмотреть. Забыл. Из чего можно сделать... ладно, пока еще не вечер не наступил. Давайте сходим, вернемся. Из чего можно сделать стены? Из какого материала лучше всего будет сейчас делать стены в баре? Пока есть время, пока еще не наступил вечер, пока зомби не пришли тут. Давай быстрей. Так. Так, из какого материала можно сделать песчаный кирпич? Песчаная кирпичная стена. Может, из кирпичной стены, из песчаника сделать, а? Окаменелый песок. Так, окаменелый песок. А можно из окаменелого песка это все сделать, а? Ну-ка, где он у меня? Так у меня его мало. Песчаник. Песчаниковый кирпич. Ну давайте, может быть, сделаем из песчаникова. Из песчаника все-таки можно сделаем. Ладно, пойдем домой, уже вечереет. Смотрите, красный стал вечер. Красного света. Так что скоро будет ночь. Я думаю, что успеем до ночи добраться до туда. Самое главное успеть. Ну, если я буду вот так вот прыгать, то может быть все быстро получится. Очень надеюсь, что быстро. Йоху, вот я уже и в баре, так сказать. Сообщение от бара. Да, вот таким вот образом. А начиналось все с того, что я, блин, надо было в печке еще сделать. Это же в печке делается, по-моему, эти. Нет, здесь можно сделать, отлично. Ледяной кирпич можно делать, ладно. Ледяной кирпич делать не будем, будем какой-нибудь лед здесь заделаем где-нибудь. Ледяную комнату, да, морозилку. Как думается, без этого? Без этого, наверное, даже нельзя. Так, и еще разок. Вот так вот. Вот и все. Все, что надо было, сделали. Так, ну вот. Теперь будем делать стены из... где он находится? Песчано-кирпичная стена. Вот из вот этой стены, вот эту вот песчаную. Может быть, тут не в тему, конечно. Она смотрится как бы в баре. Ну, нет, вроде как бы смотрится неплохо, а? А, надо еще фонарей наделать было. Кстати, а фонарей можно как-то наделать здесь из... у меня кончились уже. Из того, что тут имеется у нас. Так. Фонари делаются не здесь. Из дерева их не сделаешь. Ладно.
будем делать их из чего-нибудь другого, из какого-то материала, да. Можно из тех же тыкв наделать. Но пока я поставлю здесь вот такое освещение, самое простое, что ни на есть. Потом мы, может быть, переделаем это все. Чтобы было красиво. Так, хватит, я думаю, да, песка? Вот и все. Вот это у нас бар. И давайте размещать барные стойки, барные дела, чтобы было у нас тут. Вот тут будет стоять барная стойка, вот тут еще одна. Так, потом барный стул вот сюда вот разместим. Один. Один будет стоять, допустим, вот здесь. Один вот здесь. Стол барный. Вот здесь. Так, здесь не стоит. Ну да, тут у нас фонарик я неправильно поставил. Погоди-ка. Сюда вот куда-нибудь. А вот тут сюда вот можно будет уже стол разместить. О! Высоковато, конечно, но ничего. И скамеечку. Блин, места-то совсем мало становится, да? Очень мало места. Так, кек. Кек можно тоже тут где-нибудь разместить поблизости. Во! Вот это у нас будет бар, еще и двухэтажный. Двухэтажный бар у нас будет. Вот как-то у нас будет тут. Так, скамейку и стулья влезут. Вот стул влез сюда и стул влез сюда. Ладно, еще одна скамейка осталась. Я ее наверху, наверное, размещу. Кстати, освещение. Первым делом я повешаю сюда люстру, чтобы было немножко светлее. А потом еще фонарей тут всяких навешаю. Будет, наверное, неплохо смотреться. Так. Здесь мы сделаем выход на второй этаж. Как он будет, я не знаю, но думаю, что что-то вот такое вот попробуем сейчас сделать. Так, песчаник. Звездочку в банке надо тоже поместить, будет светлее намного. Если я это сделаю. Вот где-нибудь вот тут в углу, допустим, мы сделаем такой маленький холодильник. Как ни странно, да? Может показаться. Как может быть холодильник прямо в дереве? Ну ладно, мы сейчас сделаем здесь холодильник. Так, для того, чтобы был холодильник, нам нужно в первую очередь... Так, а тут у нас столы есть, где можно разместить эти кружки и бокалы. Пивные кружки и пивные бокалы. Так, кружки, бокалы, тарелки. Тарелочка. Тарелочку сюда поставить могу на край, да? На край не ставится. Ну ладно, у нас есть еще бокалы вот такие вот. Вот настоящий бар у нас получился. Так. Я хотел еще сделать холодильник, а чтобы сделать холодильник, нам нужно будет, знаете, что? Нам нужно будет здесь заделать в холодильнике. А как это сделать? А, вот она. Ледяной кирпич. Из ледяного кирпича я буду делать его. Немножко сделаем сейчас. Побольше, да? И сейчас можно будет ледяной... кирпичную ледяную стену можно сделать будет, да? А как ее сделать? Вот она. Отлично. Все получилось.
Сейчас будем делать холодильник прямо в баре. Так, для этого нам надо. Тут темно будет, блин. Холодильник. Темновато тут немножко. В этом холодильнике. Надо будет, кстати, дверь поставить еще. Так. Ледяной кирпич мне нужен будет, чтобы, наверное, все-таки заменить. Ну-ка, подожди секунду. А, вот так вот это все делается. О, отлично. Поставил. Поставил. Давайте двери сделаем еще одни. В нашем баре. В нашем баре, в нашем баре, в нашем баре. Ух. 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 Вот тут будет у меня холодильник. В холодильнике. Что будем хранить в холодильнике? Я не знаю, что будем хранить в холодильнике. Но там точно... Это что такое? Жена из... Стена из живого дерева? А, это вот и есть, да? А как она делается, интересно? Я бы лучше вот из нее лучше, да? Вот из живого дерева лучше бы сделал. Вот я не знаю, как это делается. Но я бы с удовольствием сделал такое. Ладно, переживем сейчас ночку. Бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар. Здесь проход на второй этаж будет. Я думаю. Так вот, хоп-хоп-хоп. Хоп, стенку. Хоп-хоп-хоп. Хоп и хоп. Все отлично. Так, в холодильнике тоже надо свет сделать. Но, блин, я хотел бы все-таки не просто какой-то там простой факел зафигачить, а сделать что-нибудь получше. Ну вот, получше. Я таки сходил в город и сделал там парочку себе интересных фонариков. Я использовал... У меня оставались там, допустим, красное дерево, у меня оставалась там пальма, и вот это все я как бы вроде бы из них кое-что сделал. Фонарики, я думаю, что можно будет сейчас вот сюда поставить, да, повесить вот даже прямо на проход. Вот, фонарь из красного дерева будет висеть у меня внизу. А, внизу не, нельзя, да? Неужели нельзя повесить? Ладно, тогда давай лампу поставим, что ли, сюда. На вход поставим красивую лампу. Лампу поставим лучше из красного дерева, да? Вот, чтобы было светло. Так, вот здесь вот уже можно будет тоже что-нибудь придумать. Так. Секунду, фонарь. Че, неужели я не могу подвесить фонарь? Да, и тут тоже лампу придется ставить. Ну ладно. Поставим сюда. Это будет такое, типа, на входе такие лампы будут стоять, да? Из красного дерева. Красивые такие, красивые лампы. Вот так вот. Это можно удалить. Во. Так, здесь. Ладно, фонари будем вешать выше. Кстати, я изо льда, оказывается, умею делать ледяные факелы. Я вот этого не знал. И поэтому я его разместил именно туда, в этом... в холодильник. Я хотел туда сундук принести, но я забыл сундук, так что идет время, мы с вами этот сундук туда разместим. Так, что мы здесь можем еще сделать? Жаль, вот из красного льда нельзя сделать тоже стены. Было бы прикольно, так смотрелось бы, я думаю, из красного льда, если бы была стена у нас в нашем баре. Здесь надо будет сделать двери, но перед этим, я думаю, что можно будет сделать окна. Здесь будут окна. По-моему, они тут будут уместны. Типичный такой дом получился у нас на дереве. Но это не дом, это бар, еще раз говорю. Бар на дереве. Так, здесь не буду делать окна. Ладно.
А вот тут можно... Давай, знаешь, что сделаем лучше, может быть? Из стекла. Просто возьму я и сделаю из стекла стены. Стекло... Подожди. Стекло, из стекла стены. Как его? Стеклянные стены сделать. Из... На верстаке, да? Ну-ка. Да. Сейчас я просто из стекла сделаю. Стеклянные стены. Вот. И вот тут где-нибудь еще фонарики повесим. Повесим. Допустим, вот в этой комнате пускай стоит. Не знаю. Может, фонарики лучше повесить здесь. Вот одну вот сюда вот повесить, да? Да, я думаю, неплохо будет. И один повесим вот сюда. Где он второй у нас? Фонарик еще. Красивый. Во, вот так вот. Чтобы у нас бар был такой суперский. Так, и стекло. С помощью стекла мы будем сейчас делать комнату. Как витрина получилась у нас. Офигенно так. Сплошняком из стекла все. Аквариум, блин, получился. Ну, своего рода. Ну, не знаю, красиво, мне кажется, смотрится так. Издалека надо будет это на это все посмотреть обязательно. Так. Как это все смотрится, как это все рисуется, изображается. Но я сделал бар сегодня. Ведь не зря же у нас барные стойки и вся эта фигня была размещена. Так, здесь надо тоже поставить фонарики. У меня же еще где-то есть, да? И пару стоек можно еще сделать будет. Пару стоек. Я имею в виду пару барных стоек или пару каких-то тут специальных столов, что ли. У меня деревья обычные только остались. Ладно, давай, может быть, из обычного дерева что-нибудь успеем сделать. Ну, тот же стол просто. Нет, стол такой некрасивый будет. Так что нужно опять вернуться домой. Ну вот, в принципе, и все почти. Так, давайте комод здесь разместим. Просто пускай будет стоять здесь комод. А ну, мало ли, пригодится. И еще два столика я размещу вот по всей территории там наверху, вот где для красоты вот тут вот размещено все это. Так, вот тут вот можно поставить столик один, да? И один, допустим, вот здесь вот пускай стоит. Красиво? Красиво, мне кажется, вообще классно получилось. Два барных стула. Так вот. Разместим. И плюс еще у нас остались тарелочки. Эх, не хватает на стол по две тарелочки положить. Ладно, обойдемся. Да, меня удивило больше всего, что можно делать ледяной фонарь. И можно его прямо здесь где-нибудь разместить, чтобы он красиво смотрелся вот тут вот, да? Будет смотреться красиво. Мне кажется, будет смотреться красиво такое. Ледяное царство наверху. Ну, тут получился у меня и бар, и ресторан в одном флаконе. Все вместе, совместно. Здесь, может быть, еще нужно будет освещение провести, да? Ну, не так ярко тут смотрится. Но, тем не менее, все равно красиво и хорошо. Я думаю, это мне все получилось замечательно. Так что смотрите новые серии, пишите новые комментарии, предлагайте новые темы. И мы с вами обязательно это все построим. Всего вам доброго. Пока, ребят, пока.